Почему весь белый свет завертелся кувырком? Мир знакомый, полный маленьких примет, стал как будто незнаком. Все и так, и не так, непонятно что и как, но оно не так, как прежде, это явно тайный знак. Вероятно, лучше все вернуть обратно, непонятно только как. Спят в хрустальном полумраке реки, горы и леса, небеса. Непонятно, кто хороший, кто злодей, где охотник, где орел. Вероятно, сильно раньше, чем людей, Бог сомнения изобрел. Стихла трель соловья, не кусается змея, и похоже, видим мы одно и то же, ты и я. Помоги мне, расскажи мне, не солги, кто враги мне, кто друзья. Ночь луну за тучку прячет, звезды учатся летать. Нужно просто прочитать. Непонятно, почему весь мир затих и тихонько стал иным. Неужели это только для двоих и не слышно остальных? Вроде все как всегда, твердь по-прежнему тверда, да и все, что происходит, нет ни пользы, ни вреда. Лишь понятно, что оно так необъятно, что, наверное, навсегда. Ночь бела, как белый лебедь, с черной тучкой на крыле. Так и будет на земле. Еще раз повторяю, происходящее сейчас в значительной степени импровизация, потому что Алексей, мы с Алексеем не играли никогда. Никогда в жизни мы играем первый раз вот все это. Он, правда, сказал, что он очень хорошо подготовился. Просто бурные аплодисменты. Ну, по-русски я уже все помню, понял, ему ноты не нужны.